И мне кусочек давайте подержу. Кто еще хочет, можете осторожно. Ну, начнем резать. Уже 3 месяца в Чедерлунге функционирует новый метеоцентр, но официальная церемония открытия состоялась 10 сентября. И такие станции мы на сегодняшний день построили в 4 населенных пунктах. Первое, которое сдается сегодня в эксплуатации, это здесь в Чедерлунге, потом будет в Лёво, далее в Сороках и в Фалештях. Помимо тех новых современных условий, у нас будет очень много автоматики. На территории метеоцентра размещены специальные устройства для наблюдения изменений погодных условий. До конца года метеостанцию дополнительно оснастят всем необходимым оборудованием. Строительство метеостанции осуществляется в рамках проекта из нескольких компонентов. Проект финансируется, в принципе, правительством Республики Молдова, потому что это кредит в 10 миллионов долларов, который предоставлен Мировым банком. Стоимость этого объекта примерно 3 миллиона лей, и включает это как само здание, так и все коммуникации. Метеослужба из 6 человек будет заниматься составлением метеорологических, агрометеорологических, гидрологических прогнозов, а также составлением предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях и высоком уровне загрязнения окружающей среды. Да, здание хорошее. Я иду на поле, бурю. А здесь, да, здесь сейчас будет автоматическая станция скоро. Ну, это для техников. Они вот дежурят сутки, для них это легче, да, сейчас. Строительством объекта занималась подрядная организация «Амборио» в Чедерлунге. Все работы были закончены в течение 4 месяца, раньше запланированного срока. Метеостанция в Чедерлунге функционирует с 1956 года.